В Алматы открыли памятник Розе Баглановой. Бронзовую статую высотой почти 5 метров установили перед зданием Казахской государственной филармонии имени Жамбыла. Отметим, расцвет карьеры соловья казахской эстрады пришелся на начало Великой Отечественной войны. В составе бригады артистов Роза Багланова выступала перед бойцами. Знаменитая песня «Ах, Самара, городок» стала ее визитной карточкой. За свой долгий творческий путь певица получила огромное количество наград и большое признание публики. Открыли памятник любимой дочери народа Розе. Ее знают не только в родной стране, но и далеко за ее пределами. Вклад Розы во время войны просто неоценим. Это действительно такой подарок для всех, кто ее знал. Она действительно была народная певица. Независимо от национальности, просто действительно уникальный человек, когда звонят иностранцы и с трудом произносят ее с акцентом фамилию, но зато четко, без ошибок поют ее песни, просто действительно это много дорогого стоит. В этом году в честь столетия Розы Баглановой будет организовано 25 мероприятий по Казахстану и 5 на международном уровне.